Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, а не вкалывают на комбайнах. Получаешь за работу в месяц 1000 компаньоры. Каждый из них был в армии родной, не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур, эти парни не являются мечтой гламурных тур. И пускай там пидорасы веснуются в Москве, но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают пусть враги, все знают, сучка Кондолиза Райс, никогда отребья натовская не возьмет ни нас. Вылетел С2H5OH, сел на него Рассель Маш, на ДТ до 300, Т-150, покормил перед этим порося и пошел снять пахать, молотить ячмень. Будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Пошел всех пахать, молотить ячмень. Будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пахать.